сэр. Зачем же так невежливо обращаться с дамой? Ах ты, английская собака! Пойдемте, сударыня. Кто вы? Слишком долго представляться. Кто там? Иферблат. Что вам нужно? Арабелла, это я, Мэри Трейн. Мэри? Ты... Есть в доме кто-нибудь из слуг? Только Джеймс. Джеймс! Объясните, что произошло? Джеймс! Немедленно подавайте лошадей! По какому праву вы здесь распоряжаетесь? Вам нужно немедленно уехать в Пиктаун. Здесь оставаться небезопасно. Но ведь сражение уже закончилось. Зато началось самое страшное. Джеймс! Но почему вы еще здесь, черт побери? Я никогда не забуду то, что вы сделали для меня, сэр. Мэри мне все рассказала. Это очень благородно с вашей стороны. Мы скоро увидимся, не так ли? Возможно, сударыня. Пошел. Неужели, сэр, вы отпустите этого мерзавца? А вам какое дело? И кто вы такой, черт побери? Я лорд Джулиан Уэйт. Да что вы? Настоящий лорд. А какая чума занесла вас на пиратский корабль? Я? Мы нас взяли в плен. Мисс Бишоп? Вы знакомы с мисс Бишоп? Когда-то я имел такую честь. Но оказывается, у мисс Бишоп короткая память. Среди моих знакомых нет воров и пиратов, капитан Блад. Капитан Блад? Вы капитан Блад? Простите, сэр. Имели честь говорить с капитаном Бладом? Да, я капитан Блад. В чем дело? Неужели, сэр, вы не повесите этого подлого пирата? А почему его должен повесить? Я ведь тоже подлый пират. И снисходителен к людям моего сорта. Но он потопил английский корабль. Потом он жестоко обращался со мной. С нами. Я не состою на службе Англии. И меня не волнуют оскорбления, наносимые ее флагу. Именно по этой причине я и нахожусь здесь, в Новом Свете. Я имею честь сообщить вам, что у меня в кармане находится королевский офицерский патент на имя капитана Питера Блада. Не заболел ли наш король Яков белой горячкой? Ой, дорогой Блад, друзья, вот уже 3 месяца, как у нашей родной Англии, новый властитель. Его величество Вильгельм Оранский. Также хочу довести до вашего сведения, что приговоры, несправедливо вынесенные вам за участие в восстании, отменены, и вы полностью оправданы. А тот год каторги, который мы провели на Барбадосе, тоже отменен? Конечно. То есть, я хотел сказать, это, безусловно, была большая несправедливость по отношению к вам, но... Не утруждайтесь, милорд. Я понимаю, что вам трудно ответить на этот вопрос. А вы? Что вы скажете? А по мне, что Яков, что Вильгельм, а один черт. Как вы смеете так говорить? Погодите, милорд. Вы что же предлагаете мне принять патент и тем самым изменить тем, кто мне доверился? Вы меня не так поняли. Дело в том, что ваша команда будет также принята,
на королевскую службу. И вы полагаете, что они будут охотиться вместе со мной за своими товарищами из берегового братства? Это не я, это вы меня не так поняли. Возьмите ваш патент. Берите же. Я не хочу пачкать руки, а ваш патент, хотя это руки вора и пирата. Буду признателен, милорд, если вы проводите мисс Бишоп на мой корабль. Быстрее, ребята, люм почти залит. Дорогой Вовустон, не были бы вы так любезны подать мне кувшин вина? А? Чего? Кувшин, говорю. Подай те. Кувшин подай. Милорд, благодарю вас. Хотел бы осмотреть корабль. Приятного аппетита. Ваша светлость, позвольте, я провожу вас. Ваша светлость! Вам нужно обязательно осмотреть пушечную палубу. Прошу вас. Приятного аппетита. Что-то мне есть не хочется. Скажите, а где капитан? Ему не здоровится, он обедает в своей каюте. Мистер Питт, а почему ваш корабль называется Арабелла? Не знаю, это прихоть капитана. В конце концов, это не имеет никакого значения. Вот у Лавассера корабль был «Ля Фудр», что означает «ветер». Ну и где теперь этот ветер? А этот Лавассер, правду говорят, что... Мало ли что говорят. Что ваш капитан дрался с ним на дуэли? Было дело. И, наверное, из-за женщины? Из-за нее. Это мадемуазель Дожерон? Да вы, я вижу, хорошо осведомлены, мисс Бишоп. А почему он не женится на ней? Кто? Питер на мадемуазель Дожерон? Чушь какая. Эти сплетни я слышал еще на Тортуге. Просто девчонка влипла в дерьмо, а наш капитан вырвал ее из лап этого ублюдка. Извините. Кстати, я думаю, вам будет приятно узнать, что наш капитан ради вас изменил курс корабля. Он намерен вас высадить на Барбадосе, хотя это и очень рискованно.